Сотрудничество Сербии для Азербайджана имеет большое значение. Две страны являются стратегическими партнерами. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Сербии Драгана Владиславовича. Глава государства отметил необходимость уделять внимание тем сферам, в которых две страны добились большого продвижения, а также находятся на этапе активного сотрудничества. Касаясь вопроса двухсторонних отношений, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Сербия должны сосредоточить внимание на сфере экономического развития. Мы находимся на начальном этапе работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Надеюсь, что сербские компании, как и компании дружественных стран, проявят активность и, присоединившись к команде международных компаний, они примут участие в реконструкции. Думаю, что будет много сфер, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Новоназначенный посол Сербии Драган Владиславович подчеркнул, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Отметил, что как Баку, так и Белграду предстоит активная работа, связанная с организацией 60-й годовщины движения неприсоединения и проведенного в Белграде первого саммита. Турецко-азербайджанские дружба, братство сегодня находятся на высочайшем уровне. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала всему миру, что Турция и Азербайджан вместе. Глава государства, принимая новоназначенного посла Турции Джахида Бахчи, отметил, что победа в Отечественной войне создала новую реальность в регионе. Турция и Азербайджан расширили свои возможности. Все реализуемые нами совместные проекты, инициативы играют важную роль в обеспечении стабильности мира в регионе. В основе наших связей лежат братство народов и политическая воля лидеров. Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Турция и Азербайджан, как две братские страны, и впредь будут поддерживать друг друга во всех вопросах и своей практической работой, шагами будут продолжать усилия, направленные на установление мира в регионе. В свою очередь, новоназначенный посол Турции Джахид Бахчи выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений двух стран. Нармин Халилова, CBC.